Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. От 75 до 80 миллионов квадратных метров жилья планируется сдать в России по итогам 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, такие выводы можно сделать по числу выданных разрешений на строительство. Назвать более точные цифры пока сложно, отметил Мень, подчеркнув, что в 2017 году будут вводиться в эксплуатацию дома, которые закладывались в экономически сложном 2015. Министр также напомнил, что по итогам прошлого года в России введены более 80 миллионов квадратов жилой недвижимости. Дайджест недвижимости. В программу приватизации муниципального имущества войдет еще 61 объект. Изменения внесут сегодня на заседании Кировской городской думы. Как рассказал депутат Алексей Кузьмин, в списке значится помещение большой площади. Объекты по 200-300 квадратных метров. Цена объектов, по словам Кузьмина, вполне посильна для бизнеса и позволит предпринимателям приобрести собственные помещения, которые потом можно будет использовать или сдавать в аренду. Ранее сообщалось, что администрация города планирует продлить мораторий на повышение платы за аренду городского имущества. По мнению депутатов, это мера скажется на доходах городского бюджета. Потери составят порядка 18 миллионов рублей, но поможет сохранить малый бизнес, уточняет портал iKirov.ru. Дайджест недвижимости. В Кирове продается магазин и земельный участок, находящийся в областной собственности. О продаже двух объектов сообщает региональное министерство госимущества. Это помещение на улице Молодой гвардии в Нововятском районе города. Его предлагают по цене от 230 тысяч рублей. А также магазин и земельный участок в деревне Иунице. Начальная цена имущества составляет 220 тысяч рублей. Справки можно получить по телефону 37-22-30. Окончание приема заявок 30 мая этого года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.